Так легко и непринужденно совсем маленький зритель стал частью актерской труппы Русского драматического театра. Премьера спектакля «И полетели» уже состоялась. Замысел постановки и кроется в том, чтобы дети могли прикоснуться к творчеству. Они такие, какие есть. Они кричат, веселятся. Они находятся в своей естественной среде. Это бэби-спектакль, и он именно рассчитан, что здесь ребенок может проявить себя так, как он хочет. У него безопасное пространство, ковер. Он захотел прилечь, он прилег. Захотел на ручки к актеру забраться, он забрался. Не всегда это легко, это только опытом нарабатывается. Сама постановка расскажет историю о странствующих мимах Марселя и Марсо, которые заглянули в гости к грустному облачку. В конце детей встречает Дед Мороз и Снегурочка. А в фойе театра юных зрителей развлекают другие персонажи сказок – Снеговик, Дракоша и Зайка. Им ребята тоже помогают решить запутанную задачку. Да, понравилось. Ребенок у меня с особенностями. Нам дали бесплатно билеты. Вообще прекрасно. Спектакль очень хороший. Ребенку очень понравилось. Все доступно, не затянуто. И вот такая прекрасная вот представление такое. Мы очень рады быть в театре. Давно не были. Всей семьей выбрались. Сказка замечательная, артисты шикарные, костюмы, новогоднее настроение прям поднимает. Новогодняя программа Русского драмтеатра представит обойму из трех спектаклей «12 месяцев», «И полетели», и «Ночь перед Рождеством». И зритель может быть разный, потому что «Ночь перед Рождеством» – это спектакль для семейного просмотра. Ну, а это вот я самых маленьких беби, такой удивительный, мягкий, теплый. И, конечно же, 12 месяцев сказочный музыкальный спектакль. Я сегодня подходил к зрителям, спрашивал, как, скажите честно, как вам спектакль. И я получил самые лучшие отзывы о наших спектаклях. Уже в январе в Русском драмтеатре состоится елка для взрослых по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Берцедыпов Сергей Медведев. Новости дня.